Привет, прогрессивные друзья, это истинный следователь. Была у меня куча роликов про теплосеть, это которые горячую воду в дома продают, придурки, больные, психи. Видите, по норме давление 4,5 максимум горячей воды. Это горячая вода, поверьте. Сейчас под 9, в два раза больше. Если где-то кто отлетит что-то, зальет людей, либо люди умирают, даже падают в эти лужи, то они скажут, ну, мы-то ни при чем, там плохой кран старый и все. Ну, в крайнем случае, если вы потратите там миллионы рублей на адвокатов, они из страховки выплатят какие-то копеечки через этот СОГАЗ какой-то там. То есть, по сути, с вас еще и возьмут. То страховку кто оплачивает? Вы, когда горячую воду, там и воду в 1000 раз дороже оплачиваете, чем она стоит, и страховку. На самом деле, я думал, для чего они вот так превышают, нахер это надо. Это просто такая система у них корявая, куда-то не включают какие-то насосы, какие-то дома продавливают, соседние начинают давить. И это очень нехорошо, вот настолько превышать давление 9 бар. Ну офигеть, блин, ну... Что-то они хотят продавить какие-то высокие дома, но там же не так надо делать. Все отдельные какие-то насосы, которые надавливают высокие дома. А тут в пятиэтажке видно и в 15-этажке продавливается одним и тем же. Или что-то еще, не знаю. Но никакие контролирующие организации, жилищные инспекции не лезут туда, потому что... Это бандитский воровской бизнес чиновников и бизнесменов. Они владельцы, а люди кругом рабы. Ну, всем пока. Долой. Бандитский строй, теплосеть, долой. Не надо ее реформировать.